Дорогие мои друзья, предисловие небольшое. Я думаю, вы уже в названии все увидели. Я все-таки считаю, что все наши мечты, они всегда сбываются. И я это замечаю по себе. Все, что я когда-либо давно хотел, или вообще когда-либо хотел, оно все реализовывается. Почему мечты сбываются? Наш мозг работает всегда, 24/7. И даже когда мы не думаем, мы думаем. Поэтому, когда вы что-либо в жизни захотели, и захотели это, ну, по-серьезному, и потом видите, что это сбывается, и вы такие: о, это энергия космоса. На самом деле все просто. Когда вы это захотели, нейронная сеть начинает это дело воплощать в реальность. И даже когда вы думаете, что вы не думаете об этом, на самом деле ваш мозг под коркой решает этот вопрос. Теперь от этого сложного перейду к очень простому и короткому. Мои дети и я очень давно хотели сделать детскую площадку с подвесами, с турниками, со всякими возможными интересными сооружениями. Детям это нужно для развития мышц и так далее, а мне это нужно для того, чтобы мои дети не в телефонах залипали, а на улицу выходили, занимались полезными вещами. Ну, то есть для здоровья, для себя. Сошлись звезды. Поеду, куплю дерево, брус. Из этого бруса мы с вами соберем классную спортивную площадку. Потому что это уже давно надо было сделать. А, собственно, почему мысль пришла к своему апогею? Все просто. Я в интернете наткнулся на картинки классных площадок, которые в современном хай-тек стиле и очень даже недорого в исполнении. И все, я понял, что вот сегодня, сейчас и в этом году я должен сделать. И чтобы вы понимали серьезность моих намерений, лет 8 назад уже мною были приобретены специальные крепления для скалодрома, специальные крепления для каната, чтобы сделать сетку. И много-много другое. Но так пакет этот у нас постройки кочевал, и я думал, что уже ничего не изменится. Изменилось. Сегодня все будет. Смотрите. Приедем к лесникам, забираем наш брус и, собственно, строим площадку. Как всегда, самые главные работы, самые высокие и великие свершения начинаются с вечера. Потому что настроение под вечер самое хорошее, самое благотворное для таких дел. Итак, что мы с сыном сделали? Мы забурили 15 лунок по месту нахождения столбов опоры для нашей конструкции. А если брать заводские настройки вот этой всей системы, которую я вам давайте сейчас покажу наглядно вот в этом видео, чтобы вы понимали, что будет в конце. Кубик сам делается 3×3, а если 2 кубика, то это 6×3. Но в нашем случае у нас есть ограничения по открыванию двери хоздвора, там у нас специальные будут хранилища для чего-нибудь, какого-нибудь садового инвентаря, пока временно. Поэтому мы не можем делать все 6 метров, мы сделаем 5 метров. Поэтому мы сделали не 1,5 метра, а 1,30–1,40 метра. То есть у нас 20×20 лунка. И вот в таком ключе. Что мы сейчас делаем? Мы с сыном берем шпильку свежую, которую мы брали для фундамента, помните, да? Ее бурим в центр. Ну, сейчас докопаем, конечно, эти места до конца хорошенько. Потом бьем ее в центр, отстреливаем полностью все поле, устанавливаем опалубку и заливаем бетонные такие столбушки. То есть здесь у нас нет желания делать это на глубину промерзания, потому что дерево прощает ошибки. И ничего плохого случится 100%. Не может. Отношение к этой конструкции очень простое. Ну, что может с детской площадкой быть? Если даже будет подвижки, там даже в сантиметр, она это простит и не поймет. Что мне понравилось, кстати, в этой конструкции, что она делается элементарно, очень просто. Нам сейчас нужно будет залить 15 столбушков. Я сейчас вот эти пластиковые ведра, ну и какие у меня есть, срежу дно, и они будут являться опалубкой в некоторых местах. Ну, скорее всего, это будут все-таки ведра вот такого масштаба. Вот. Вот так поставим, дно срежем. Поставили, залили. Так они и останутся, потому что здесь сверху будет деревянная палуба. Мы так решили. Изначально у меня была мысль залить бетонный подиум. Но посовещавшись с семьей, Женя у меня очень грамотный человечек, мама еще там поучаствовала. В общем, они этим женским коллективом сказали, что ну плохо. Ну реально плохо, ну бетон, представьте. Ребенок упадет со скалодрома или там упадет с веревочной лестницы на бетон. Зачем? На деревянный подиум помягче будет. Начинаю работу. Доченька у меня занимается спасением шпилек. По нижней части я буду сейчас заливать бетон. Все, отстреляли лазером.
Сейчас все пакеты доча замотает. Мы с сыном будем заряжать. Ну, в принципе, что рассказываю. Вы все сейчас сами прекрасно увидите. Кстати, друзья, вот эта штука просто выручает. Это вещь. Смотрите. Вообще класс. Смотри, что может, а. Можно огород поливать и заодно заливать сразу бетон. Вещь. Сразу говорю, вещь. Сына специально намазал себе около носа грязное. Типа он работает как... Сын, около шпилек аккуратней. Как будто он работает как не в себя. Смотрите, вот самый главный парень у нас. А на самом деле ходит тут, филонит. Ладно, шутка, работаем. Все. Так, друзья, теперь почему столбушки? Не только потому, что это мягче, дерево и все такое, это один из важных моментов. Но есть еще... Мы же не знаем, что будет дальше у нас на участке. Может быть, планировка, дети уедут, разъедутся по своим институтам, школам и так далее, высшим учебным заведениям, и нам, возможно, это уже не будет нужно. Мы элементарно эти столбы выдергиваем, и у нас опять ровное поле. Плюс в бурнобивном фундаменте именно то, что эта штука демонтируется в секунду. Вот просто автомобилем за веревку дернул и... Вырвал или выкопал, не вопрос. Так, в общем, у меня 2 мешка уже ушло, а половины даже не видно. Но работаем, сегодня буду до последнего. Так, ну а с вами, наверное, мы теперь включаемся утром, когда будем приобретать брус для лак и доску для основного настила. Сейчас надо брус запилить вон там, по месту. Для этого, ребята, у меня есть одно классное средство. Это вот такая вот цепная аккумуляторная пила. Друзья, все будет в описании под видео точно. DKCHS20. 2 кума в ней в комплекте у нее. Я ее уже собрал. Аккумуляторы вот они. Так, берем, состегиваем элементарным движением. И все. И у нас в руках мощная классная пила. Так, это мы нарезаем гидрозащиту для того, чтобы бетон никаким образом не передавал влагу нашему брусу, который мы, кстати, обработаем с вами огнебиозащитой. Нет, биозащиты, огня не будет, просто био. Мы сейчас будем с сыном дырявить отверстие, чтобы это все присадить на шпильку, а после чего мы будем это все дело покрывать защитным составом. Это я уже говорил. То есть сейчас очень просто все. Берем маркер. Сын, а где маркер у нас? О, Денисыч вам уже маркером рисует. Маркер вот так мы фиксируем. И теперь приблизительно. Так, берем. Видно. Смотрим. Давайте начнем отсюда. Здесь, если у нас центр, например. Вот центр. Здесь центр. Так, тут я отметки уже сделал. Но неправильно, потому что мы переиграли. Вот сюда. И одна отметка вот тут. Все, сейчас 14-й перочкой прохожу. Все готово. Первая часть мероприятия окончена.
Все на шпильках, все ровненько, по уровню проверил доской. Доска не лучшая, но проверил. В общем, сейчас выдергиваю все, одеваю сюда бикрост, а это мы обрабатываем. Блин, я уже 8 раз сказал, что биозащитой. Смотрите. Видишь, она сразу цвет какой делает. Мы сейчас только низ обработаем, а бока и вверх будешь ты уже идти. Понял? Это я сейчас зачем делаю? Для того, чтобы мы могли поставить это на место. Эта штука, она призвана для того, чтобы, сын, гниение не происходило с брусом. Понял? То есть вот эта штука, она теперь остановит возможности впитывания влаги, возможности всяких жуков, короедов и так далее. Это биозащита. То есть у нас теперь гнить не будет? Гнить? Ну, нет, она, конечно, сгниет, но просто у нее срок жизни увеличен теперь. И вот что мне нравится, я всегда беру эти жидкости огнезащиты и биозащиты, колерованные, они еще бывают прозрачные. Там непонятно, где ты обработал, где ты не обработал. А когда она колерованная, она вся видна. Видишь сразу? Она пожелтела. Мы прошли главные этапы нашего мероприятия, мы подготовили основание и теперь можем смело начать обрабатывать доску. Мы сейчас ее будем обрабатывать. Дочь, ну-ка дай-ка я, пожалуйста, пройду. Так, ну я тут себе офис оборудовал, видите, у меня тут есть и сало, и хлебушек для закуса, для перекуса. Так, будем обрабатывать ленточной шлифмашиной. Вы у меня их 1000 раз уже видели. Я шлифовки обожаю нереально. 533 на 76, но в быту у нас обычно продаются 75-е модели. Ну вот, короче, вот этой штукой мы сейчас будем проходить все досточки наши. Пусть меня сегодня за рекламу заругают, но, друзья, я считаю, что если я чем-то пользуюсь, то я об этом буду говорить. В общем, вот этой моделькой мы сейчас с Элиночкой и Джексоном будем обрабатывать доски. Вчера мы все обработали материалом против гниения. Сейчас мы обработаем вот таким вот средством. Друзья, я о нем уже рассказывал. В 2020 году я познакомился на выставке с человеком, который представлял бассейны из дерева. То есть, представляете, простой деревянный бассейн, обрабатываешь вот этим материалом, заливаешь туда воду, и он не протекает. Иными словами, при соединении вот этих двух компонентов, они полимеризуются и превращаются как в целлофан. То есть, нанося это на дерево, вы придаете ему защитные свойства, по сути, полиэтилена. Бассейн из дерева, молодежь. Бассейн из дерева, да вы что? Санузлы и ванны без кафеля. То есть вы дерево пропитываете этой штукой, и оно можно сделать бассейн? Да, можно сделать бассейн, питьевые резервуары, мебель на улице, санузлы, нижние лаги бань, нижние венцы зданий и сооружений. Хорошо, вопрос. А как мне рассчитать на квадратный метр тогда и цену за это мероприятие? А, вот так. Ну все, давайте так и поступим. Этим средством мы сейчас обработаем доски, обработаем лаги по сверху и по бокам и начнем уже прикручивать доску.
Слушайте, погода, конечно, то в футболке, то в кофте, то опять в футболке, то в кепке, то в шапке. А что хочу сказать, первую часть мы закончили, мы победили. Первая часть была — это подиум, то есть как подсистема или сцена, или аванс-сцена для самого вот этого всего мероприятия. И следующим этапом сейчас будет покраска, и потом мы уже начнем строить саму конструкцию. Вы сегодня все это увидите, друзья, сегодня ролик длинный. Вдруг кому интересно, я покажу инструмент, который мне для этих мероприятий сегодня пригодился. Вот это все. То есть вы помните вот эти все мои интеграции, вот эти все мои рекламы, которые были против. Я всем этим пользуюсь, и мне все это нравится. Вот так это получилось. Сейчас мы это все покрасим в венге, в такой шоколад, в коричневый цвет. И начнем строить уже нашу детскую площадку. Я плохо слышу, друзья, я в наушниках, но все получится. В общем, придумали с сыном вот такую вот штуку. Берем просто саморез, вот так. Сын приносит трубу, вот так ее ставим. Аккуратно отпускаем. Все. В таком виде ее можно красить. Для всех своих будущих проектов, которые у меня планируются в этом году, а их будет просто куча, вы сами это знаете, прекрасно. Я приобрел заранее краски всякие разные. Компания Certa — это отличный производитель пропиток, лаков, красок и всего-всего-всего. Но эти линеечки у меня для своих назначений. Ладно, немножечко посекретничаю. Сауна будет у нас в сентябре с вами будет делаться. Сауна. И туда всякие вот эти пропиточки местами пойдут, которые для человека совершенно безопасны. А сейчас, вот у меня, смотрите, что есть еще. Краска по металлу, по ржавчине у меня есть вот такая. Грунт-краска. Также я взял термостойкий лак до 300 градусов, полуглянцевый и влагостойкий. Ну и взял сразу же цертовский растворитель, чтобы у меня все было одной компании. Все наше российское, без каких-то либо. Так, краска молотковая по ржавчине. А вот, наверное, ребятушки, вот ее-то мы с вами сейчас и возьмем. И цвет мне нравится. Или вот эту. Она термостойкая? Нет, эту я, наверное, не буду тратить. Или потрачу. Вот, Certa молотковая по ржавчине, грунт-краска. Все, не требует предварительного грунтования, ударопрочность, атмосферостойкость для внутренних и наружных работ, нанесения. То есть все параметры соответствуют. По краскопульту только почитаю, можно или нет. Наносить как на новые металлические поверхности, так и на прораженные коррозией толщиной до 50 микрометров, плотно сцепленных с металлом. Так, друзья, все решено. Мы с сыном будем вот этой краской красить. Точно сын будем светлый? Может, черный? Светлый? Черный? Светлый? Хотя у меня еще, знаешь, какая сын есть? Вообще бомба. У меня есть еще краска. Эта краска называется графит. Вот этого графита я взял тоже для одного проекта. Потом вам все покажу. Вот этой будем. Все. Все. Сын сказал этой, значит этой. Ему же лазить по этой штуке. И потом это все еще залакируем, наверное. Чтобы это вообще было на века. Сейчас надо обезжирить эти ступенечки. Потом вот сын уже готовит у меня стоечки. На них мы сейчас расставим. И моим любимым вихрем, краскопультиком. Это все про краскопультим. Вон вихрь стоит уже на старте у меня. Итак, всем наидобрейшего утра. У нас сейчас 6:40. До ночи бились с Женькой, с этой ситуацией. Даже не верится, что вот это все количество бруса у нас будет на детской площадке. Что я сейчас делаю? Certa краску вчера показывал, точнее 5 минут назад. Очень понравилась краска, реально. Ну, просто классная. У меня теперь появилось желание этой цертовской краски покрасить мебель у детей, которую, помните, металлическую делал лофт-стиль. Потому что пробовал ее скорябнуть, вообще она очень крепко садится на металл, классно. Время не тратим, начинаю красить балки. Потому что хочется сегодня собрать и показать вам хотя бы начальную часть нашей игровой площадки. Теперь мы очень плавно подходим к вопросу монтажа самой детской площадки. Изначально вот эта конструкция, она предполагает монтаж 3 на 3 метра. 3 на 3 метра. Но... у нас здесь немножечко стесненные условия. У нас как минимум сама вот эта доска, она уже не 3 метра, мы ее пилили. Палуба у нас сейчас 2,95. Саму площадку мы будем делать, наверное, по опорам. Сейчас, чтобы было понятнее, я просто возьму и вот эту конструкцию уже разложу, как должно быть.
по сути, мы начинаем уже монтаж детской площадки. Согласно проекту, расположили все крепежки на плацу. Все у нас здесь хватает, все у нас отлично. Не знаю, только единственное, что ветерок, и я боюсь, что вам не все слышно, друзья. Но микрофон одевать сейчас, столько движений, неудобно. Что мы сейчас делаем? Мы с сыном таскаем, ну, то есть я таскаю бревна вон те, которые мы уже покрасили с утра, они уже высохли. На верстачке их кладу, и здесь сейчас буду их кроить. Нам останется с Никитой, с моим напарником. Ну-ка, напарник, давай, питос. Скоро будет лазить и подтягиваться, и отжиматься, спортсмен мой. Вносим сюда брус, выбираем ровный, который будет на стоевых опорах. На самом деле, эту беседку нам собрать буквально минута. Тут ничего сложного нет вообще совершенно. Бери шуруповерт, втыкай бревна и крути. Вопросов нет. Но есть один нюансик. Мы с Никитой вот между вот этими двумя столбами решили сделать лестницу и рукоход. А вот между вот этими колоннами, которые будут вот так стоять, вот здесь один турник, здесь второй турник. Тут турник будет на повыше человека, здесь на пониже или наоборот. Не знаю пока, решим. Смотрите, мы сейчас будем выбирать с ним высоту, выбирать ширину и так далее. Какой момент я не учел совершенно, и сейчас уехал небольшой пень. Начал раздевать блоки. Кстати, хочу сказать, что ребята упаковывают грандиозно просто. Ну, тут и стрейч, тут и скотч, тут все серьезно. Даже есть инвентаризационный номер, прописано, где что, кто упаковывал и так далее, и когда упаковывали. И внутри надо знать, что находится вот такой вот комплект с заглушками для монтажа. Поэтому даже саморезы вам покупать не придется. Супер. Так, сын, а позвал я тебя вот для чего. Сейчас я стол поставлю, а потом ты подойдешь и подержишь его, а я посмотрю на расстоянии, как нам монтировать высоту. Не, ну такая высота, конечно, это лютая, да, сын? Это много. Нам нужно, наверное, по высоте нашего хозпостройки, да? Давай сделаем по высоте первого уровня нашего Джек Дэниелса. Мы с Никитой придумали сделать здесь рукоход. Это такая штука для того, чтобы поверху ходить на руках. Ну, потом узнаете. Как мы его делаем? Каждые 25 сантиметров засверливаем специальным пером на 28 для трубы, которую мы красили с вами ранее. Вот я сейчас засверливаю. Сразу сделал отсечку для монтажа в конструкцию, в углы в эти гридовские. А все остальное засверливаем, чтобы сюда вставить металл. И также мы будем делать на лестнице. Да, надо сказать сразу про то, что я делаю везде отметочку, чтобы больше не забуриться, чем надо. Друзья, ну вы же знаете, что в нашей семье мы никогда не ищем легких путей. Поэтому с сыном решили, что будем закрашивать вручную. Хотя можно было пшикнуть краскопультом, но тогда нужно было бы ждать высыхания. А тут мы сейчас быстренько все сделаем. Так, сын изъявил желание поработать, правильно? Главное на входе хорошенько поработать. Главное вход хорошенько обработать и все. И сегодня наша задача еще торцы обработать вот эти. Так, друзья, поставьте лайк, кто среди крепления Toya Grid увидел моего замечательного пса. Джек, вот он. Сегодня для многих наших замечательных зрителей, которые во всем привыкли видеть рекламные интеграции, рекламный контент и прочее, наступил золотой век. Сегодня эти зрители напишут мне максимум приятных комментариев. У меня есть одно обстоятельство, которое смягчает все ваши наказания. Я делаю сегодняшнее мероприятие для своих замечательных деток. И поэтому, уважаемые хейтеры, идите, пожалуйста, лесом. Я вас так сильно люблю. Так, ну а для того, чтобы они реально пошли лесом, я вам сегодня расскажу про суперсредство. Называется супермагнит для руки. Я давно это увидел у блогеров, своих коллег. Мне не очень понравилась штука. Продается это в магазине «Мир магнитов». Смотрите, как это работает. Мы просто берем и все эти магнитики забираем. Сейчас я это одену и буду с этим работать. «Мир магнитов», друзья. В этой компании не только на пульснике, но есть специальные приспособления для поиска разных штук под водой. Мне очень понравилось, я уже загорелся такой темой. Потом всякие разные магниты для холодильников, магниты для учеников, для школы и так далее. Много-много-много всего. Поэтому, друзья, рекомендую. Ссылка будет под видео в описании, как обычно. Переходите,
и приобретайте клевые вещи. Вот эта штука, кстати, стоит всего 200 рублей. Прелесть. Заказывали, сын. Держи. Я не ожидал, на самом деле не ожидал. Мы еще низ не привязали, ни одного самореза не вкручено. Вон, видите, смотрите, она уже не шатается. Это капец как круто. А сейчас еще доделаем кубики все остальные, и будет супер. Ну, дети в восторге. Казалось бы, мы въехали в небольшой пенек, потому что сейчас смонтировать вот эту перекладину мы не можем, потому что надо будет вставлять вон ту, и они не сойдутся, надо их как-то вместе. Но конструкторы, которые нам помогали собирать эту площадку из компании Toya Grid, они очень грамотно все продумали. Сейчас мы кидаем перекладину, там у нас есть скользящая опора, которую потом мы просто задвигаем вместе вот с этой, и получается, что все рукоходы и лесенки попадают в свои намеченные места. Поэтому сейчас нам надо смонтировать вот этот вот угол сюда. А для того, чтобы его смонтировать, нам надо определиться, докуда мы идем. Ну, я думаю, где-то вот до сюда, да, сын? Чтобы можно было дверь открывать. Вот. Чтобы можно было без проблем заходить. Ну, наверное, до сюда и будем делать. Вот так. Я не помню, говорил я вам об этом или нет, друзья мои, но очень грамотный момент, который я обнаружил, это вот эти пятки. Они сделаны для того, чтобы влагу брус с торца не подпитывал. Мы, конечно, его обработали огнебиозащитой, но тем не менее, на основании, на палубе, он будет стоять на этих пяточках, внутри вот этой вот опоры. Круто? Да. А то. Это не мы, это все Toya Grid. Так, у меня тут семья интересуется, откуда еще у нас 5 брусьев. Объясняю, смотрите. Вот тут еще опора для турника. Там такая же опора, тоже турник.
Это уже две опоры. То есть вот тут турник, вон там турник. Там, тут высокий турник, там турник пониже. Угу. Для подтягиваний. Дальше скалодром и еще две опоры. Для того, чтобы вставить сектора скалодрома. Угу. Вот, и, соответственно, у нас получается 4 бруса еще нужно. А у нас? 5. Не понял. Не понял, почему 5? Вот и я тоже думаю. Нет, надо 4, все. Ну, один лишний, значит. Друзья, кто напишет сейчас, что ребенок без страховки залез, сразу учтите, что эта конструкция специально для этого и собрана. А то мне пишут иногда, что вот, не так одет, не так обут. Закончили, друзья, осталось теперь снабдить нашу площадку инвентарем. Сверху будет еще навес, я куплю рым-гайки эти еще, вот тут прокручу их. Наверное, где-то вот тут повиснет боксерская груша, может быть, она вот здесь повиснет, потому что сыну надо тренироваться. Ну, в общем, я думаю, что свой гештальт, как мне в одном видосе сказали, когда я опрофанился своим гельштатом, гештальт по спорту я у детей закрыл. Теперь их задача тренироваться, заниматься всеми полезными вот этими вещами. Все, что мог, я от себя сделал. У меня в детстве такого счастья не было. И я думаю, что они, ну, хоть немножечко, хоть капельку будут благодарны своим родителям за проделанное. А он тут стоит. Ты как так подкрался, я даже тебя не видел. Братское сердце, я надеюсь, ты у меня будешь еще больше получать медали и станешь мировым чемпионом по карате. Между прочим, этот человек у нас чемпион Алтайского края по карате в своем весе. Красавчик, я тобой горжусь. Так. Что? А я под тобой. Дай поцелую. Люблю тебя, сын. Очень сильно. А я тебя. Красавчик. Готово, запаковываем. Все. Все, все ссылки в описании под видео. Переходите, там же можно и крепление. Ух, какой ветер. Там же можно и посмотреть крепление, там же можно и покраски посмотреть, все вопросы, хорошая краска. И посмотреть систему защиты древесины, много чего, друзья, много чего. Ну, а следующий выпуск, я думаю, что уже сплав. Рад был вас видеть, до скорых встреч, пока.